Че ты тыкаешь? Давай играть. У меня есть группа. Пацаны, нашу? Нашу. Ребята, всем привет! Вы на канале Аксар, и сегодня вы увидите то, чего никогда не видели. Это просто отвал башки. Три малыша-виртуоза. Малыш-гитарист — это я. Малыш-баянист — это я. Малыш-барабанщик — это я. Получилось нереально круто, сегодня будут и музыкальные продюсеры, и преподаватели гитары, и самое главное, и самое крутое, что мы отсняли сразу две части, и как только мы добьем 100 тысяч лайков на этом канале, а также на моем, поэтому смотрите продолжение по ссылочке в описании на канале Хижина Музыканта, сразу выпускаем. Да, следующие две части, где вы еще увидите трех малышей-виртуозов, это же просто жесть, и а то, как мы снимали это просто отдельная история. Во-первых, нереально сложно это сделать, потому что узнают абсолютно все, поэтому приходится очень много снимать, пока не найдем кого-то, кто нас не знает, а также технически организовать вот эту съемку троих малышей просто нереально сложно, поэтому лайк, надеюсь, заслужили. Все, погнали, не буду задерживать, приятного просмотра. Можно я скажу? Давай. Не забудь подписаться на телеграм-канал, потому что мы там снимаем много всего интересного, а ты не смотришь, а ты не подписан, а надо подписаться и смотреть. Паш, я же вот давно с тобой работаю уже, да? Ну да. И ты мне доверяешь, я твой верный помощник. Ну да, получается, что так. Получается, мы как семья уже. Ну, можно и так сказать. Ну. А ты меня любишь? Илюх. Ну, как друга. А, ну, да. Получается, что на 8 июля ты мне даришь подарок, правильно? А что 8 июля у нас? День семьи, любви и верности. Фига ты придумал. А ты мне на 14 июля подаришь? А что 14 июля? А сейчас посмотрю. День российской почты. Это вообще не к месту. А семья к месту. Не, ну на самом деле есть у меня варик один. Я как раз хотел тебе подогнать что-нибудь. Да, за все, что ты делаешь. А то... За всю мою бесплатную работу, да? Да. Ага. Вот. Как раз тебе подарок подарю. Но только это сюрприз будет. Ну хорошо. Мои близкие друзья знают, что я люблю дарить классные, интересные подарки, поэтому Илья так и выдумываю всякие нелепые праздники. Ну, кстати, я тоже так делаю. В общем, в этот раз я ему подарю Мазабрик. Это такой вот бесконечный фотоконструктор. С его помощью можно собрать абсолютно любую фотографию или картинку в виде пиксельной картины из маленьких деталей конструктора. А если картина надоест, можно из тех же деталей пересобрать любую другую фотку и так бесконечное количество раз, поэтому она всегда будет актуальна и под интерьер подходить, и под ваше настроение. Фото выбирается уже после открытия коробки Мазабрик, что делает его универсальным подарком. Собирать можно селфи, совместные фотки, питомцев и даже меня. А если не меня, то любого другого блогера или артиста. Ну вы поняли, все что хотите. Остается только зайти на сайт Мазабрик, загрузить туда свою фотографию, и он вам выдаст подробную инструкцию по сборке. И все, можно приступать. Вот этот портрет я девушке своей подарил, чтобы всегда на меня смотрела. А Илье отправится кое-что другое. Мазабрик бывает в трех размерах и двух гаммах. Можете выбрать под себя, а можете взять несколько одинаковых и соединить их между собой, и получится картина аж в полный рост. Неважно, какой цвет и размер вы выберете, в самом наборе есть все необходимое, а самих этих кубиков намного больше, чем понадобится для любой фотки. И это затягивает. Можно собирать одному, можно с друзьями. Вот мы собираем, например, вместе все. И самое главное, что в интерьере она смотрится стильно. За пару лет Мазабрик вырос из российского стартапа в мировой бренд, и я понимаю почему. Илья теперь тоже присоединится к клубу фанов. Да и в целом вы можете загуглить и сами найдете кучу восторженных отзывов. Ну и конечно же для вас у меня есть промокод AXSTAR на скидку 20% на все наборы Мазабрик, поэтому переходите, заказывайте и радуйте себя и своих близких. Ссылка на официальный сайт и промокод в описании. Как дела? Все хорошо, вот учиться пришел играть. Это хорошо, учиться всегда хорошо. Слушай, ты гитару с собой взял? Ну, нет, не взял. Не взял? У тебя нет с собой гитары? А как мы с тобой будем? Я шучу. Ну, я же пришел на урок, конечно, у меня гитара есть. Ну ладно, ну мало ли, я не знаю, разные ситуации бывают. Плохая гитарка, да, хорошая. Ты ее подсоединил уже к проводу? Да, но это мне папа все настраивает. А, папа, а что, папа играет? Нет. А, не играет? Ну, он просто он разбирается в технике. А, молодец, папа, папа молодец. Так. Понял, ну, может, расскажешь, вообще, занимался ты, ну, плюс-минус, может, песни какие-то знаешь? Песни? Ну, вот я вам то, что скидывал, вот это я хотел бы разобрать. А так я по видео учусь, разбираю, я играю вот с другом. На гитарах? Ну, смотрите, вот у меня, кстати, по поводу друга. И можно я его, он сюда сядет, он просто хочет тоже научиться играть на гитаре. Он просто, если будет сидеть, слушать, мешать не будет. Он просто тоже хочет научиться, можно так? Он здесь? Ну да, вот он рядом, он пришел после музыкалки. Он хочет тоже послушать, как, ну, на гитаре научиться. После музыкалки? Да, он в музыкалку ходит. На что? Ну, на баян. На баян? Интересно. Ну, пусть садится друг. Санёк, садись.
Санёк. Здравствуйте. Привет. Саша, да, я так понял? Саша, да. А почему вдруг такое решение? Почему на баяне же ходите играть? Почему не хотите-то? Ну, честно говоря, это не так круто. Ну, он считает, что баян — это не круто, а гитара — это круто, и то, что все девочки влюбляются в гитаристов, и поэтому решил тоже на гитаре. А, ну, понятно, да. Ну, с этой точки зрения, конечно, поспорить не могу. Так, окей, хорошо. А у тебя какой уровень? Не, он еще хуже меня, я-то вообще. Так... Он вообще ноль. Вообще, все, я понял, окей. Ну... Вы только со мной работаете, он мешать не может, он просто сидит, слушает, повторяет. Все, ну ладно, ну хорошо, окей, давайте так сделаем. Как бы, Саш, извини. Вот. Да, все нормально. Все нормально, да? Ладно, давайте поедем тогда, хорошо. Вот они у нас, любимые. Вспоминай. У нас есть лады. Они у нас идут. И в зависимости, на какой лад вы нажали, то есть... Вот я зажимаю нижнюю, да, получается, самую первую струну на первом ладу. Это первый лад, то есть отсюда строится, ну, слышите, меняется звук. Ну, я-то это все знаю, это Санек у нас вот с нуля. Вот. Саш, ну зажмите, попробуйте там. Да. Но первые разы, конечно, будет немного неуклюже, да, это всегда так. То, что вы мне присылали, вы знаете аккорды плюс-минус, там, ЕМ, ДМ, АМ? Я знаю, я учился. Знаете, да? А вам сколько лет-то? Мне 12, Санько, сколько тебе уже? 14 уже. 14? Что ты врёшь-то? 13 тебе. Ну, 13. Понятно. ЕМ – это пятая струна и четвертая струна на втором ладу. Вот, да. Как? Вот, да. Я же говорю, он не может ничего пока что. Я учусь. Даже попробуйте. Вот есть вот эти вот два пальца. Да зачем тебе эта гитара, я не понимаю? Ты же на баяне нормально играешь. Вот, слушайте, он играет нормально на баяне, он решил зачем-то гитаре учиться, думает, что баян не круто. Вы, может, послушайте, скажите ему, что баян нормально. А то он реально вот, почти закончил музыкалку на баян и решил на гитару переводиться. Ну, давайте. Я на гитаре, а он на баяне, да. А что, баян с собой? Ну, он после музыкалки пришел как раз с ним. А, ну давай. Мы как раз сегодня репали. Да? Да. Молодцы. Ох, какой баян серьезный. Серьезный. Да не баян, баянище какой-то. Че ты тыкаешь? Давай играть. Еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, пробор. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. We'll be right back.
Понятно. Ну, вы даете, парни. Вот. Это вот мы так с ним отрепетировали. Ну скажите, что баян нормально. Да, баян вообще бомба. Тебе не надо бросать баян в любом случае. Тебе 13 лет, ты и так играешь. Это очень круто. Еще поешь, блин, я вообще офигел, честно. А это понравится девчонкам? Да девчонки вообще пищать будут после этого. Это очень круто, ребята. Блин, это... То есть мне тоже на баяне, что ли, начать учиться? Да бросай гитару, зачем это? Нет, у тебя... Меня развел, да, меня слегка так... Не, почему? Я же вам сказал, что я учился. Ну, у тебя уровень прям очень хороший. Очень ну, хороший. Так я вот по видео сколько уже занимаюсь, считайте. Я даже не знаю, что тебе сказать, серьезно, потому что... Ну, я вот думал, что мы сегодня что-нибудь посложнее разберем, покруче. Собственно, я хотел, чтобы вы научили меня вот что-нибудь такое, более мелодичное, с мелодией. В смысле? Ну, в плане не аккорда вот этого, детский сад, а вот что-нибудь сам. Ты сейчас играл в детский сад, получается. Ну, у тебя там не аккорды были, ты же играл. Это я просто сам научился. Я думал, я к преподавателю приду, а мне вот просто намного лучше стану играть. Я понимаю, только видишь, у меня проблема, что мне надо было к этому подготовиться, чтобы потом, ну, то есть экран тебе показывать и параллельно, то есть рассказывать. И я как бы особо не подготовлен, я думал, что... Понял, ну ладно, хорошо. То есть до следующего урока, да? А сколько, скажите, скинуть тебе нужно денег? Да нисколько не надо, вы чё, ребят? Вы чё, ну как, мы же позанимались с вами, да, вы показали аккорд. Не надо, нет. Показал аккорд, смешно, да, очень смешно. Все, давайте. Кто, возможно, еще не знает, но я строю самое большое сообщество гитаристов в мире. Вот уже полтора года я обучаю людей играть на гитаре, и с нами уже почти 5000 человек. И на каком уровне игры бы вы не были, даже если совсем не умеете, вы после прохождения академии научитесь вот так. И будете самым крутым в своей компании. Чтобы пройти обучение в моей гитарной академии и попасть в наше гитарное сообщество, нужно просто перейти по ссылке в описании на сайт академии, выбрать подходящий для вас курс и присоединиться к нам. Немножко помогу выбрать и определиться. Первый курс для тех, кто совсем ничего не умеет, там мы разбираем базу, основу всех гитаристов. Второй курс для тех, кто что-то уже умеет, и там мы научимся по-настоящему вжаривать офигенные классные штуки. Сейчас я также открываю музыкальный магазин, и мы еще одежду запускаем, в общем, много всего интересного, и чтобы не пропускать все новости нашего гитарного сообщества, подпишись на телеграм-канал академии. Кстати, в нем вас ждет бонус. Там опубликовано 6 крутецких разборов офигенных произведений, и вы бесплатно можете попробовать обучение в гитарной академии Акстар. Все, жду вас обязательно в академии, все подробности в описании. Как к вам можно обращаться? Ну, хочешь Саша, хочешь Александр, можно на ты, в принципе. Мне так некомфортно, Александр, можно на вы? Ну давай на вы, как тебе удобнее. Хорошо. С чего решил заниматься-то вообще? Ну как? Ну да, что это... Что побудило? Просто нравится мне играть на гитаре, вот музыку люблю. Хочу отметить, что сейчас я буду преподавателю рассказывать реальную историю о том, как и почему я начал учиться играть на гитаре. Правда, это было 11 лет назад. Маме подарили гитару. Маме. Угу. Потому что она песенки поет. Вот. Но мама, она лежала у нас просто, а я смотрю, гитара лежит. И я на ней вот так вот положил, ее на коленке. Я еще маленький был, мне там 4 или 5 было. Сейчас я уже взрослый. Вот. И я взял монетку. И вот этой монеткой... Ну, в общем, у дяди был медиатор, а у меня не было медиатора. Я взял монетку, и вот этой монеткой просто бринкал, красивую музыку делал по открытым струнам. И что-то сам пытался учиться играть, и вот уговорил родителей записать на урок меня. Ну, хорошо. Смотри, ты мне вроде скидывал там, да. Хотел черный бумер вроде. Черный бумер хотел научиться играть. Ну, смотри, она в принципе несложно играется там на одной, ну, одна-две струны. А я вот переживаю, что мне, она несложная. А, да нет, она вообще, в принципе, на одной струне играется, так что я думаю, в принципе, ну, это как кузнечик, только черный бумер. Угу, я понял. Да, кузнечика играл когда-нибудь? Так, ну смотри, первая струна идет.
Да, все верно. И потом назад возвращаешься. Пятый лад. И открытая. Ну, так-то простенько, да. Так? А какие там аккорды? А, ну, смотри, здесь простые аккорды. ЕМ. Потом АМ. Потом H7. А как он играется? И потом опять ЕМ. Получается... Ну, типа того. Это получается, можно вот так сыграть. А ты пробуешь объединить аккорды? Да, и... чтобы было мощнее мелодия звучала. А ты... Ну, это пока рановато, мне кажется. Ну, не знаю. Ну, сейчас я попробую, сейчас я порепетирую. Интересно, давай. Потом идет... Классно. Ну, неплохо так. Ну, ты как-то это... Можно я вам через 3 минутки перезвоню, я порепетирую, я просто стесняюсь. Ну, ладно, хорошо. Я могу, на самом деле, просто выключить звук и видео. Окей, все, угу. Без проблем. Сижу вот, репетирую. 2 hours later. Ну, порепетировал как? Да, но я тут задержался немного, я вот решил отрепетировать. Слушайте, я знаете, что вспомнил? Это, в «Черном бумере» там же баян звучит. Ну да, в оригинале есть баян, да. Тут как раз у меня друг лучший, он учится в музыкальной школе на баян. Вот, кстати, баян, вот он. Да, он сегодня после музыкалки пришел ко мне в гости. Вот, с ним. Ага. Вот, сидел, репетировал тоже. А, и, может быть, я его позову, и мы, он то, может, вдруг он черный бумер-то умеет. Сань! Ты хочешь, чтобы... Сань, иди сюда. Да. Ты умеешь этот черный бумер играть на баяне? Ну, кажется, играл когда-то. Ну, давай, может, попробуем вместе сыграть. Ну, а можно мы сыграем тут? А, ну, давайте, да, мне кажется, это будет интересно. Здравствуйте. Вот, а ты как бы, ну, как бы самоучка. Ты же только вот, только репетировал, только выучил. Ну, так я вот сейчас порепетировал, посидел. Ну, сейчас посмотрим, что получится. А вы вместе еще не играли ничего, да? Так я же не умею. Ну, давайте. Не, давайте. Саня так-то в музыкальной школе давно, мне кажется, он вообще круто играет. Ты что, реально черный бумер умеешь? Ну, кажется, помню, да, чуть-чуть. А я вот тут на уроке сижу, мы тоже, прикинь, отработали. Здрасте. Вот, мы с Александром научились тоже черный бумер играть, прикинь. Вау. Мы научились играть, и прикинь, я сейчас, если ты умеешь, то вообще здорово получится. Какой тональный? Что? Ну, какие аккорды? Ну там ЕМ, АМ, H7 и Е. Понял. Что это значит? Ну, тональный, чтобы вместе совпасть. Все дела. Ладно, ну да, чтобы вам вместе сыграться, чтобы так вместе я звучать. Я же играю черный бумер, ты играешь черный бумер, какая разница? Просто начинай. Я начну, ты подстроишься сам, да? Да, давай. Окей. Я репетировал, кстати, сейчас. А ты быстро схватываешь. Ну я вот сейчас репетировал, сидел 7 минут, 8. Я же не с самого нуля, я уже до этого-то играл. Хорошо. Это что было? Ну, вы мне показали, а Саня, он-то уже умеет. Ну, это...
Это круто. Вот признавайся, ты до этого вот занимался же? Ну, я вот 5 лет, которые учусь, ой, с 5 лет, с 6, ну вот я там поигрываю по видео просто сам, без преподавателя. Ну, я могу тебе сказать, у тебя для самоучки уровень хороший. Спасибо, ну вот вы меня сейчас научили эту штуку играть. Да я-то тебе показал на одной струне, а ты-то как сделал? Ну, так мы с аккордами соединили же вместе с вами. А когда еще баян подключился, я вообще обалдел. Нет, а Саня, он вообще, он могёт. Я на самом деле не ожидал. Давай, я не знаю, к следующему уроку подготовлюсь. А может быть сейчас мы что-нибудь посложнее научимся? Что-нибудь типа испанское какое-нибудь? А, ну, испанское, ну, давай, давай попробуем. А в правой руке как вы там играете? М? В правой руке у вас что? А в правой? Да у меня ничего. В плане, как вы играете? Ну, я без медиатора играю, там получается... Там-да-да-да-дам. Ну... А можно я по-своему? Я там уже раньше по видео учился, по-другому немного. А у тебя своя ритм сердца? Я не знаю, я на импровизации всегда. Ну, давай, попробуй, мне даже интересно. Давай. Так, ну давай, знаешь как, на сегодня закончим, на следующее занятие что-нибудь покруче, ну, под твой уже уровень, я просто думал, у тебя ниже уровень, что-нибудь покруче подберу и разучим что-нибудь. Ладно, такое. Ладно, хорошо, отлично было бы. Спасибо, что научили, черный бумер. Пожалуйста, всегда. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Ой, здравствуйте. Так, да, здравствуйте. А мне Павел нужен. А, сейчас я его позову, хорошо? Да, хорошо. Mm-hmm. Иди, там тебе девушка красивая позвонила. Зачем трубку подняла? А чего ты не рассказал, что у тебя девушка есть? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Павел? Да, это вот, ну, гитарист, ну, по поводу музыкальной группы. Да. Только я думала, что вы будете чуть-чуть постарше. Ну, да, какая разница-то? Вам нужна... Я, как я понял, вы поете песни свои. Так, да. И собираете этих музыкантов, чтобы выступать с ними, ну, как вы написали. Да, да, все правильно. Но, понимаете, я ищу более взрослых просто музыкантов, гитаристов, барабанщиков, клавишников. Чуть мне нужна другая возрастная категория. Смотрите, у меня вообще бонус для вас. Ну как, есть такое предложение. Вот так. Сейчас вам нужен кто? Гитарист, барабанщик и клавишник, да? И басист, да? Ну, да, все правильно. Вот, но у меня есть предложение, у меня есть группа. Сейчас все расскажу. Смотрите, ребят, давайте. Вот. Здравствуйте. Да, здравствуйте. В общем, это наш барабанщик Илья Илюша. Ой, уже знакомый. Вот. Да. Это вместо клавишника. Вот, можете баян, можем рассмотреть такой вариант. И это так очень своеобразно, такого вы раньше нигде не встречали, такой коллектив. Мы с вами просто взорвем всех. Ой, звучит не очень. Мы с вами просто все офигеют вообще. Тоже не очень. Меняй. Очень круто, конечно. Ну, ребят, я, если честно, не представляю, как мы с вами будем на сцене играть. Просто я себе представляла чуть другое, чуть взрослее ребят. И вот как вы сами себе это... У нас вообще образы крутые есть, сценические. Угу. Я верю. Вот, ну то есть мы можем, у нас такие есть джинсовые. Ну, мы в жизни чуть старше выглядим. Да, костюм человека тут полный. Камера просто еще плохо передает. Да. Но это не важно, мы играем круче всех. Да. Да. Я не сомневаюсь. Вот, но... и, кстати, ну, да. У Санька папа, вот кто там, как, ну, он кем-то работает, и у него, у нас мы юридически вообще оформлены, ну, можем, точнее, у нас с этим проблем не будет. Вы не переживайте. Полное там основание. Проблем не будет вообще. Да. Хорошо, ну, давайте, сыграйте. Я послушаю вас. Да. А, давайте. А что вы любите? Смотрите. Да. Мы можем любые песни играть ваши. Вы просто нам присылаете вашу песню,
а мы ее сами переделаем под наши инструменты и сыграем. Это вообще во, такого профессионализма не встретите. Ну, давайте, хорошо. Тогда на свой вкус, на свой выбор. Да, давайте на свой вкус. Пацаны, нашу? Нашу. Пачку. Нашу. Пачку. А вы кино любите? Допустим. Получайте. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишний сразу. Дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. Улыбкой добродушный старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Нет, ну... Но вы не переживайте, то, что мы поем, понятно, что вы вокалистка будете. Это мы просто так, чтобы красивее было. Пример. В кураж вошли. Да, естественно, мы будем просто играть. Ну, то есть петь-то вы будете. Мы... Не бойтесь, что мы вас затмим. Ну так, ну я поняла, да. Так. Мы вам подходим? Я даже не знаю, что с вами делать, потому что если так вот представить картину, и вот если я буду на сцене, и тут как бы, ну, со мной как бы такой, ну, возрастная такая категория, как бы, и вот мне нужно немного времени, чтобы хотя бы это как-то обдумать, и вот мы можем с вами остаться на связи, вот, и как я приду к какому-нибудь решению, то можем писаться, ну, я вам напишу и скажу точный ответ. Вы же не позвоните, да? Мы так уже четвертый раз, и нам тоже говорят, мы подумаем, перезвоним. Mm-hmm. Ну, нет, но у вас реально потенциал, да, вы очень ну, крутые. В общем, вот, не понравилось просто... вам, да? Да. Мне не очень понравилось. Вы так говорите, чтобы мы не обижались. Нет, это не так. Мне просто немного нужно обдумать, вот, чтобы понять, как в целом будет все выглядеть, смотреться, ну, в целом композиция, так скажем. А пообещайте, что позвоните? Позвоню, хорошо. Обещаю. Ладно, тогда мы будем на связи, хорошо? Да, понятно. Мы рассчитывали, что сейчас вам понравится, и все, и вы мне скажете, приезжайте, и все, и мы будем выступать вместе, зарабатывать, а тут как обычно, ладно? Нет, ну как вариант, мы можем с вами встретиться, сыграть вместе, порепетировать, посмотреть. Вот, исключено. Вот, но, опять же, мы будем на связи. Все, ладно, тогда на связи. Спасибо. Ладно, до свидания. Вы крутые. Спасибо. Спасибо. До свидания.
На этом все, ребят, надеюсь, вам понравилось. А вторая часть уже на готове, и мы выкладываем их как только. Добиваем 100 тысяч лайков под этим видео, а также под роликом на моем канале. Не забудьте посмотреть. Да, и маленький секрет. Вторые части получились еще лучше, потому что мы самые крутые реакции оставили вот на вторые части. Поэтому лайки, комментарии, подписки, это все очень важно. И вообще спасибо, что вы у нас есть. Вы очень классная аудитория, самая классная в Ютубе. Просто обожаем вас.